Приветствую вас, уважаемые друзья! Сегодня вашему вниманию представляется картофель молодой. Ну, молодой картофель, он и в Африке молодой картофель. А мне захотелось сегодня я придумала на неделе такое сделать. А сегодня я купила картофель и решила воплотить жизнь с картофелем молодым. С молодым картофелем. Воплотить эту мечту в жизнь. Потому что старый картофель уже такой. Такой мягкий такой. Ну, короче, не подходит. Я хотела... попробовать из этого картофеля сделать такое дело. Ну, сейчас будем пробовать. Получится, сделаем. Не получится, плюнем и не будем делать. Мы такие шустрые работяги. Хотим, делаем, хотим, не делаем. Как там говорили? Что вы умеете делать? Копать. А что еще умеете? А могу не копать. Вот это про нас. Можем, делаем, можем, не делаем. Так вот. Мы хотели попробовать. Ну, какой хорошенький картофель. Так. Хорошенький картофель. Так вот. Опа. И вот так вот. Тоже где-то на таком же расстоянии вот так отрезать. Так аккуратненько тут эти, а потом вот так вот. И тут у нас эта линия вот так и вот так эти. Во, какая красота. Похоже на что-нибудь, на что-нибудь похоже. А на что конкретно, не похоже. Надо еще тут подрезать. Опа. Во. Как-то не так. Надо еще тут подрезать. Сейчас мы тут порежем. Плюнем и сварим. И сварим картофель обыкновенный. Вот. Я хочу сделать из него грибочек. Наверное, с этого первого раза не получится. Ну, сейчас мы посмотрим, а что мы посмотрим. Так, такая ножка маловатенькая. Грибочек. Такой грибочек у нас будет. О, ну, чтобы он совсем был грибочек, надо еще тут срезать. Ой, сейчас мы с него сделаем грибочек. Так, не видно, да? Сейчас мы подвинем. Так, теперь он не стоит у нас. Сейчас станет. О! Грибочек! Хе-хе! А это мы тоже сварим и сделаем из него что-нибудь. Так. Один грибочек готов. Сейчас будем делать второй грибочек. Наверное, такой же маленький. Так, смотрим, как тут можно сделать из него грибочек. Надо сориентироваться в пространстве. Опа! Так, раз, эти. Какая хорошая молодая картошка. И в эту сторону, опа. И вот так, опа. Так. Так. Вот такой грибочек. Сейчас мы тут срежем. Неровный грибочек. Два грибочка. А это мы тоже потом сварим. Сварим его, положим в воду, чтобы оно, так, чтобы было видно. Два грибочка. Два грибочка. Ляп-ляп. Так, это сюда. Еще надо третий сварим. Сделаем. Третий грибочек. Так, смотрим. Сейчас сделаем с него ногу.
Ой, срезали много. Ну ничего, мы сейчас поправим. Так, из этого грибочек не получится. Это будет просто картошка. Это мы задумались, не туда нарезали. Не туда нарезали, не туда грибочек. Так, вот этот получится из этого грибочек, наверное. Так, опа. Раз. Какая хорошая картошка. Так, и с этой стороны. Опа. Эх, отвалилась. Тоже нет грибочка. Оказывается, это такое дело. Случайно два получилось. Случайно получилось два грибочка. Ой, так, пробуем. Никуда не спешим, делаем третий грибочек. Раз, два, пять. Раз. Вот когда никуда не спешим, грибочек получается. Да. Немножко корявенький, так мы сейчас подрежем его. Опа. И тут подрежем. Опа. А, красотища. Ура, третий гриб созрел. Ура, получилось. Так, что тут еще есть? Какие грибочки? Маленький грибочек. Ты куда спешишь? Мы тебя... Так, три надо четвертый грибочек. Ножку сделаем с маленькой стороны. А то бы у меня со старой картошкой не получилось. Она уже такая. Ну, июнь месяц. Июнь месяц, ей уже грустно. Старой картошке уже грустно в июне месяц. А, четвертый грибочек. Эть, какие симпатяги. Мы сейчас сварим и съедим. Так, а вот такой грибочек. Ой, я вообще такая чудила. Ну и что? Зато со мной весело. Так, будем делать еще грибочек. Сейчас камеру так повернем. Она не упала. А то мы тут режем, грибочки делаем. И что у нас есть? Так, вот так возьмем. Примерно. И вот так возьмем. Примерно. Так. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, вот тут срежем ножку. О! Косоватенький, правда. Ну, зато грибочек. О! Какой падает. А что нам с него? О! Заваливается немножко. Косит. Лиловым глазом. Эй, ну он не стоит. Ну, не важно. Будет лежать. Лежачий грибочек. Ну, в общем, в таком духе будем сейчас их варить. А что у вас на обед?